Здравствуйте всем. Сегодня очередной не обзор. Две посылки. Так, ну как бы с этой все понятно, вот с этой непонятно. Ничего не прощупывается. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Мне просто интересно. Так, ага, не прощупывается. А что у нас тут? Что у нас тут? Так. Это у нас что за чипы? Даже не вижу сейчас я. Так. 33063. Когда заказывал? Что заказывал? Уже даже и не помню. Ужас. О, как та сорока. Покупаю, покупаю. Для чего покупаю? Не знаю. Ладно. Я сначала думал, что это обманка, то есть пустая посылочка пришла, пустой пакет. Не то, что не прощупывался, ничего. Ладно. И теперь за эту давайте возьмемся. Так, что у нас тут? А тут у нас, ага, долгожданная дуа Arduino. Так. Arduino дуа. Что у нас? Отмел. Отмел. Опять глаза нужны, ничего не вижу. Да, контроллер ARM. Отмел. Вроде все. Все нормально. Написано даже сделано в Италии. Прям смешно. Ну ладно, пусть будет в Италии. Это для будущих проектов. Это будет основное у нас устройство, как бы это. Ну, здесь процессор мощнее. Так. А это будет обвес уже с Arduino Nano. То есть может быть их несколько штук стоять. То есть они снимают информацию с датчиков, сюда передают. Вот. Ну, в общем, вот такой опять очередной не обзор. Вроде как видеоотчет. Всем пока. Удачи.